Здравствуйте, дорогие гости и постоянные зрители! А давайте вместе приготовим цветную капусту. И не простую, а из морозилки, замороженную. Да и не просто приготовим, а пожарим в кляре на сковородке. Вкуснятина неимоверная. Не верите? А вот сейчас все увидите. Кроме замороженной капусты нам потребуются яйца, мука и любимые специи. У меня соль, молотый перец и молотый лавровый лист. Пропорции всех продуктов вы найдете в инфобоксе под видео. Я осенью заморозила цветную капусту в сыром виде. Поэтому для этого рецепта ее нужно слегка подготовить, а именно промыть под проточной водой. Это нужно для того, чтобы смыть возможный запах, которым овощи могут напитаться в морозилке. Затем овощ нужно отварить. Кладем капусту в кипящую подсоленную воду и варим буквально 2 минуты после закипания воды. За это время приготовим кляр. Разбиваем яйца, солим их и слегка взбалтываем венчиком. Добавляем муку. В рецепте я специально не указала ее количество, так как лучше всего ориентироваться на густоту кляра. В среднем на одно яйцо я кладу 1 столовую ложку муки с горкой, но основной акцент ставьте именно на густоту. Кляр должен быть умеренно густым, таким, как вы сейчас видите на видео. Капуста сварилась, значит пора откидывать ее на сито. Также пришло время подписаться на кукиш. Ну и если понравился рецепт, поставь мне лайк. Теперь соединяем капусту с кляром. Аккуратно перемешиваем ложкой. В разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем капусту. Если вы хотите, чтобы капуста имела презентабельный вид, лучше выкладывать каждый кусочек отдельно. Но иногда, когда я ограничена во времени, я выкладываю сразу все. Когда овощ поджарится с одной стороны, переворачиваем его на другую и зажариваем до румяной корочки. Не забудьте добавить молотый перчик и при желании молотый лавровый лист. Он оригинально дополнит вкус блюда. В конце можно присыпать капусту кунжутом. Вкусно и красиво! До новых выпусков и до новых встреч на кукише! Всем пока!